забили Трезор и Жерес. И вот потом уже Румениги и Фишер своими мячами склонили чашу весов в пользу сборной Германии. Контратака итальянцев. Разорвут они сейчас защиту сборной Германии. Бруно Конти с мячом обводит одного защитника. Тут же отдает мяч. Пас в штрафную. Шереа. Пас назад. Ну просто раскатывают сейчас защиту. Уже в панике бьются игроки сборной Германии. Шереа. Тарделли. Удар поворотом. Гол. Фантастический гол. По исполнению всей атаки, а не только ее завершающей стадии. 2-0. Марио Тарделли. И тут же испанские службы правопорядка прекращают все эти праздники, потому что появляются не те, кто должен на поле, и не те, кто должен около скамейки тренерской. Посмотрите, как тут будет сейчас обыгрывать Гаэтано Шереа соперника. И запаниковали, забегали, как белки в колесе, защитники сборной Германии. В итоге решающая ошибка. Очередная. Вдвоем бросаются на Марио Тарделли. Манфред Кальц, который вообще непонятно, как в этой зоне оказался, и Бернд Фёрстер. А помешать удару его они уже не могут. 70-я минута. Марио Тарделли. 2-0. Даст ли футбольный бок сборной Германии шанс отыграть эти пропущенные мячи? Ну, удар, конечно, невероятный.